американцы, и скандинавы, и все. В общем, это... Ты ЦВшку поставишь на оно? Да, да, поставлю. Ой, блядь, мне кидалово. Мне УАЗик дали, блядь. Да, лучше ну, давай. Давай я поставлю, а ты тогда поставь на Дмитрия. А можно как-то УАЗик? Хотите, я на оно поставлю. Ну, ты можешь убрать его. Но просто да, это ж наоборот хорошо. А он дешевле, он сам дешевый. Ну, блядь, он не плавает, у меня мой 110 стоит. Ну так давай я туда перелечу. Не-не, нормально, я слышу. Стой, Владимир, ты поставь на йота, я на накину. А, ну да, у тебя вертолетная? Да, на вертолете пехота. Не, вы просто Дмитрий, Сераф, СВшку Дмитрий лучше пехотную ставить. УАЗик он палец. Согласен. Что а, лучше, но... я этот на йоте ставлю, ладно. Так, в общем, я разведку распихаю, он какой-то дебил еще СВшку. Куда... Смотрите, куда он СВшку собрался поставить здесь. Не, ну понял, там есть, ставит иногда, только когда там приедет лодочка и расфигачит его, он поймет, что он не прав. Зора, поставь, пожалуйста, метку. Ты куда поедешь? Зоро, меня слышно? Слышно. Да. Зоро, ты где? Прием, прием. Кто вообще вот сюда вот пойдет на центр карты, на самый центр? Я, в общем, пехоту это... Как, блядь, как правильно прочитать эти корейского, блядь, морскую пехоту? Джеткандай? Да хрен не знаю. Югджандай. Просто говори и все будет хорошо. Да, вот сюда бы еще на самое правое право поставить антиэйр какой-нибудь от вертолетов. Один, любой. Я туда еще, блядь, как он знает. Ну там тунгуску какой-нибудь, строп, вот что-нибудь такое. Афганка. Вот. Ярослава, не, надо не афганка там не выбьет. Там если лонгбоу прилетит, он ее грохнет. Блин, что 100 очков для бета тратить, это такое. Да. Не, ну знаешь, спасал не раз. А хотя, если доплывешь, плыви на тот остров, нормально. Ну мне и на том острове, по идее, ЦВшку собирал ставить или не ставить на том острове? Давай-давай, ставь, нормально. Ярослав, а у тебя многоуважаемый рандом спрашивал, что ты туда несешь. Блять, не надо, пиздец. Бери тарантул, если будешь брать. Этот дебил современный вывел, блядь. Оу. У вас там весело будет. Да, да. Слушай, вообще они суровые пацаны, даже эту ксемку с базы забрали. Серьезно, ну а хули? Да ладно, да, мы так никогда не делали, мы так, конечно, никогда не делали. Как скажете, сэр. Это стирается наждачки. Камни опять едет целая колонна, ты там с баллами пока не торопись. Есть для нас приказ. Я вывел уже, напрасно. Да, да, вовремя. Там два комика, блядь, вышло. Готовы стрелять, сэр! Смотрим, как питерится море. Тоже интеллектуалы играют. Баланс полетит. На следующий остров не успею, да, на следующий не закину? По-моему, ты, может, упредил огонь. Палку не закину. Ну, да, немножко, наверное, надо было. На 4 пальца. Чуть-чуть промахнулся. Ой, сколько вертолетов. Не, ну все равно, я там накрыл хорошо. Докладывать нечего. Наблюдаю, САС. Не наблюдаю, САС. Продолжай наблюдать. Сообщи, что там происходит. А где ЦВшка на Дмитрия? Бежит по Дмитрию. Они просто отъехали в другую сторону. Мушку стоя, брони. Чё, мне современный вытаскивает тоже, нет? Ложите современным. И широкий штанин. Ой, блядь, это пилит меня. Уже? А ты, говоришь, рановато. Смотри, сколько мишени. Ты уже просрал боя? Там три конга. А, нет, два конга в фойе. Так это же прекрасно, значит, на земле никого нету. Да. Пока они там попытаются плыть. О, слушай, а тут я хорошо, надо... Я тебе ВЗ-шку брошу, если что, на помощь. Есть приказание, ты с хуета высадилась.
О, какие хорошие вертолеты на вас прилетят. Но я их не достану, увы. Нормально, нормально. Там стрелы, я слава, тебя слава, стрелы вот сюда. Там сейчас современные эти вертолеты срежут, блядь. Ну что, вытащить что ли там? Четыре манушки или тарантулы, или что тащить? Тарантулы, вытаскивай, что говорю. У меня Конго почти в зуме. Ракета к старту готова, сэр. Сейчас он будет. Я по нему отстреляюсь, охуенно. Все, луплю по Конго. Минус Конго. Теперь мне нужно вот сюда снабжение, если есть у кого там машинки. Для вертолета. Кто, блядь, топит своих же, блядь? Ярослава, снабжение сможешь? Иди утопись, мотологи нахуй. Мотологи это как-то грубо, блядь. Че, ну он тогда не. Не, слушай, а по балансу проехали специально. Вообще. Так, манушками осторожно. Просто, блядь, по методичке разъебали их. Да чё по методичке, там три человека на воде. Все равно помещено, мы отправились прям по методичке. А, колосс, заеб... Зора, Зора, ты колосс мне отправил, надеюсь? Ну, это да. Не отрицает того, что мы охуенные игроки. Ну, да, это да. Конечно. Кто, если не мы? Охуенные игроки. Орки вперед. За Мордор. Сейчас, подожди, я на море утонет-то, подожди. Потом пойдем. Отправляемся. Заводи мотор. Бедные Лафаэта, что вы с ними сделали? Ой-ой-ой! Ой, видали? Ребята тоже такие матерые переплыли, блин. Так, все, я не буду туда заходить, пожалуйста, здесь постоянно. И сейчас шмелями туда отстреляюсь, наверное. А все, кого-нибудь или один ушел? У кого-нибудь буртина заказан, нет? Я меня сейчас пламенем. Ну давай, хуяй. Кого вам надо отвезти? Смотрите, десант там плывет к нам, блядь. Быстрее, мы торопимся. Вот тут, говнюки. Блин, может туда тарантула вывести и залезть с кораблики. Подожди, ты с кораблика. Вы что-то заметили? Так нет, куча десанта сейчас приведет. Сколько? Что сейчас будет, не беспокойся. Видишь, они высадку готовят, блядь. Что это означает, блядь? Их надо осаживать. Кого вам надо отвезти? Этим, блядь. Вот о чем я говорил, вертухи на базе справа. А, блядь! Вам же похеру было поставить туда ПВО? Конечно, всем все на все похеру. Вам арту вертолет... сейчас вынесут. Есть вертолет, ребята? Да, 14 штук есть. Они сюда матчбет пригнали. Давай. Только они все не выведены. Нужно проверить постовой вид. Это тут главное, что есть. Есть, конечно. Все ровно. Вот эта хуйня, видите, вот сюда есть какая-нибудь артиллерия, которая желает поработать вот сюда по меточке? Никто не желает. Отправляемся в указанный квадрат. Ну все, прощайтесь. Там еще и САСа. Сэкономили 100 очков? Ну, welcome. Сейчас ЦВшку вынесут. Владимир, можешь сюда чему-то помочь отправить какую-нибудь пехоту? Куда? Вот сюда вот. Там 4 отряда уже высадили. Твои бегущие. Блять, вообще-то я воюю там, как ты видишь. А, ну ладно. Ми-28, не тащить туда, там САС. Я рысь. Туда отстреливаюсь шмелями. Рысь, тебе вынесу вот сейчас Ми-28. Меня там пугуску еще не Ну, зачем тогда он вообще нужен?
Я думаю, я артиллерию увижу. Я туда шмелями сейчас хоботать буду. Уже. Уходи. Убил два отряда по 15. Химера съел твою стабжуху, спасибо, было вкусно. А, тебе понравилось, да? Да, вообще заебись. Я рад. Но у меня просто кончились уже даже снаряды в танках. Не говоря о том, что топливо и здоровье. Дай мне по балансу пройдите. У меня тоже, кстати, кончится. Есть что-нибудь еще отработать у меня? Вам ЦВшку выносят. На правой базе. Это наш хоть или не наш человек? Наш. Тут как-то они не очень точно сюда стреляли, как посмотреть. Ну, говноартиллерия какая-нибудь. Вам нравится? Полезно. К вашим услугам, сэр. За 70? Неужто американцам? Меняем позицию. И еще за 70. Блять, а вот эти херни, они нормально бьют? Химера, help, please. А то у нас сейчас это, залетают самолетами. Прям да, все плохо. Все кончилось. Высокая скорострельность и броня, пробой 21. Но я их беру не меньше 4, иначе они это бесполезны. Ну и натанковать нельзя. Не что они скорострельные? Да. А, ну то есть это за танками надо ехать, да? Да, за танками. Да, ну да, или из кустов выкатывают. Пустальная пушка морг называется. Дефизу забери. Было бы чем. В принципе, по ГЗ-89 это то, чем должны стать были норовы, но не стали. Нас называют органом Сталина, а мне больше по душе Чайковский. Я тоже на гусениц. Какая у них таблица? Она, да, один их забрал просто. Ты видел, да? Да, хуйня присутствует двое. Давай, остров, за ним. Меняем позицию. Кто-нибудь помогает? Это такой фигня. Вы кто поможет, блядь, пиздец. Дураков нет, блядь. Да. Другого не ждал. Смотри, осторожнее, эта хуйня может остаться какой-то, да, бывает лучше. Так ты сейчас, когда тут корабликами подвинешься, туда сейчас шмельными стреляешь как раз. Траф, а ты что, западнул сюда разведочку поставить?
Да, че ее туда ставить, она все равно там ничего не видит. Ага. Да хрен с ним, там не целушки поставят, они не дают херсы. Thunderbolt на Изге большую базу. Ну пусть прилетает. Все, все, прилетел. И хуйня какая-то еще. Блин, Торы, попадите. Слушай, ну там уже на острове ничего не должно быть на этом. Ну, что-то даже и будет. Ну, это китайцы, не хуй его плавают. Есть приказание, сэр? Ну, я его на хуй слышу за ним. Хорошо, доставим на полной скорости. Семь тачков. Че ты убил? Кажется, тачки убил. Нас называют органом Сталина. А мне больше по душе эти иконки. К вашим услугам, сэр. Себе, да? ЦВшку убили или вышли с этим? ЦВшку, походу.